И уже сегодня в городе растут маленькие фигуристы, хоккеисты и конькобежцы. Где? Еще раз. Где? Не верю. Сейчас, секунду. Достаточно самого простого приспособления, чтобы получить удовольствие. Ух! Чтобы получить удовольствие! Да, еще разок. Давай еще раз. Понравилось? Нет. Таким образом он изолирует трибуны и ледовую дорожку. Что ты нарисовал вообще? Мы работаем уже несколько часов. А напиток до сих пор горячий. Термос. Подожди, а что ты это сделал? Понюхал. И вот здесь взлететь бы уже. Ты держи, держи этот, как его. Василий, что ж ты не держишь? Вот этот огромный козырек, это по сути навес от солнца. Благодаря ему прямые солнечные лучи не попадают на арену. А это хоть немного, но упрощает жизнь и работу.